клуб с ней, конечно, зайти очень приятно. Ну, молодая, красивая девушка обнимает тебя. Ну, как-то все мужики с ней знакомы. Неприятно. Неприятно. Но я такой, как дурак. А это кто? А это кто? А у тебя что, с этим что-то было? Она говорит, да не переживай, они все геи. Не, ну так же не бывает. Ну, бывает, бывает. Как? Эй, знаешь, сколько? Ну, чтобы все. Простите, пожалуйста, а вы гей? Ну, а что, не видно, что ли? А вы? Да не ссы, мы тут все геи. Правда? Ага. Еще с одним мужиком полвечера разговаривала. Я отвел ее в сторону, говорю, что происходит? У-у-у. Тоже гей? Она говорит, нет, он как раз не гей. Ну, просто посмотри на него, как у меня с ним может что-то быть. Ну, ты посмотри на меня. Как у нее со мной может что-то быть, а? А почему нет? Почему вот со мной да, а с ним нет? Решил в клуб больше не ходить. Звоню после работы. Она, естественно, в клубе. Девчонки вытащили. Что так орать-то? Они же рядом. Теперь понятно, от чего оглох Бетховен. Еще она же рассказывает, что к Ленке весь вечер какой-то итальянец клеился. А к ней якобы никто не подходит. Ну, кроме геев, конечно. Я с такой мордой сижу, что все сразу понимают. А вы не хотите выпить мохито? Ну я же когда-то подошел и познакомился, и с нормальной на мордой сидел. Задолбали эти немцы. Это их еще четверо. Представляете, как в Берлине громко. Сейчас, подожди. Леша, как у тебя дела? Хорошо? У меня хорошо! Я вот слышу, у вас интересный разговор про то, как у кого дела. Да. Так вот у меня дела хорошо! Вы не хотите узнать, как у меня дела? А как у тебя дела? У меня дела... Хорошо! Ребят, мне кажется, их победили. Гитлер капут. Оле, 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 Россия чемпион.